Утро доброе, други мои. Продолжаем катать Euro Truck Simulator 2. Версия 1.34. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Катаем мы сейчас по России. Не по суровой. Уже мы находимся на карте Росмап. На своем родном профиле. Кое-какие изменения произошли. На этом самом месте я оставил свой предыдущий трак. Дав 105, но погодка у нас поменялась, была зима, немного снега было, ну, как всем известно, немножко потеплело в Западной России, на Западе снег растаял, и вот снова вылезла кое-какая пожухлая травичка из-под снега. Так, ну ладно, нам не страшно, нам не страшно, вот такой у меня масс. МАЗ 504 я взял. Так, двигатель что-то восьмерка, турбированная, ярославский двигатель. 330 лошадиных сил. Коробка камазовская 10-ступенчатая. Ага. Так, вот такой салон у меня. Такой же магистральный тягач. Такой уже навороченный, такой уже. Ишь ты, панелька-то, походу, уже современная, вся такая наводил уже, да? Ну ладно. Ну, есть кое-какие косяки, есть кое-какие замечания, собственно, по салону. Вот дверка тут угловатенькая такая вот. Зеркало с углами тут всякими, немножко тут лабаш. Есть небольшие косячочки. Ну, не сильно страшно. Не стал сильно это и мудрить, я какую-то особенную краску брать. Взял такую распространенную. Есть небольшие косяки по кабине. Вот в районе заднего окна верхняя часть. Ну, как я уже говорил не раз, не сильно-то эти косяки и бросаются. Надо помнить о том, что это советский грузовик. И кое-какая кривизна, он есть под самый желоб водосточный над лобашом для советского грузовика. Несостыковка панелей, неровный металл, кое-какие огрехи, это допускаются. Все в порядке вещей, ну что вы хотите? Это вам не Мерседес, это вам не Ильяс. Ну что, слушай, ехать надо. Есть груз. Катать я буду. Так, где у нас карта? Вот. В Европу я, значит, сейчас ездить не буду пока. Покатаем вот по этой части России. И по Белоруссии. Вот. Может быть, скатаюсь на юг. Вот дорога у нас вот эта нехоженая, да? На карту Южный регион. Здесь, может, покатаюсь. Сейчас я пока в этой сессии буду катать грузовички советские, российские. Исключительно. Так. Ну, все будет отлично. Все будет чисто по красоте. Так что смотрите. Любуйтесь. Поехали. Так, груз, груз, груз. Надо посмотреть, что у нас там с грузами. Так, ну что, груз выбираем. Ехать надо, ехать, ехать, ехать. Напомню, что я катать буду по этой части России. Росмап или Южный регион. И Беларусь. Так. Ага, так, я нахожусь. Великие Луки. Так, в Европу нам Румыния, Венгрия, Финляндия, Швеция. Беларусь. Ага, очень даже Брест подходит. Слушай, зарплатка такая. 31 тысяча лойра. И всего-то 8 тонн погрузчик, трактор. Так, а что еще есть? Так, Финляндия. Нам туда не надо. Латвия. Россия тут вдвое больше ехать. 17 часов с полтиной. И денег меньше. А здесь, о,
31 тысяча евро. И вес меньше, и ехать меньше. Так, берем. Очень хороший груз. Берем, 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 берем. Так. Ну что вы, я же это... Так, зажигание, двигатель. Ой, хорошо звучит ярославская восьмерочка. Габаритки. Давай, легонький такой осмотр сделаем. Ну, освещение, конечно, полное жопе. Ну да. Ну ладно, хоть спасибо, что хоть сквозь бампер фары не видно. Да не, в целом, да нормально, не дает. Просто масочка такая, освещение так себе. Ладно, пойдет. Так, задний ход. Есть. Хорошо. Так, стопы работают. Так, звуковые сигналы. Все. Ужас. Кстати, аксессуаров по этому мазу 504 вообще мало было. Очень мало, мало, мало аксессуаров. Ну, какой грузовичок дали, такой и дали. Батюшки, тут ни хрена тут сидел. Компьютер у нас тут есть. Так, эту навигацию нам убрать надо. Ставим свою. Правое зеркало. Так, опачки. Нам надо отрегулировать место водителя. На, блин, что-то как-то так зеркало, слушай. Ну ладно. Пойдет. Пойдет. Ты пойдешь, и оно пойдет. Поехали за грузом. Поехали. Так. Ох ты, как скорость-то включается. Так, ну-ка. Давай со второй. Ох ты, как он плавненько-то идет, а. Классно, да? Видишь, ты как качается, а? Ну, красавчик. Так, поехали. Так, стоп, что-то мне вот все равно вот этот момент не нравится. Фу-фу-фу. Так, угол, угол, угол. Так, 77 градусов. Ну, блин, если вот передвигать. Так, 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 так. Да ну, блин. Не канает. Ну вот так. Оставим 76. Мне зеркало надо видеть левое. Так, вроде. Ну ладно. Да, немножко как бы. Как будто очень далеко сидишь так. Где мой прицел? О, вижу, прямо передо мной.
Заодно сейчас посмотрим продвинутая сцепка. Ох, ты как закачался, поддерживается, нет? Продвинутая. Как наш... Ох, тут можно поменять прицеп. Ачки. Так, ну-ка. И на что ты его поменяешь, я тебе скажу. Так, ну давай, у нас синий трак. И что мы возьмем? Наверное, синий трал. Да. Давай возьмем синенький, прям комплектик такой зачетный будет. Так, подтвердить. Феринять. Так. Нус. Так. А где у меня индикация ручничка? Даже световой индикации нету, да? А ни на компьютере, нигде. Ничего не отображается, ладно. Ничего не отображается. Только чуть руль повернул. Мазай сразу так круто выворачивает. База короткая. Так, ага. Просрал вспышку. Так, тихо, тихо, тихо. Такой верткий, слушай, вообще. Так. Я так полагаю, что нет поддержки продвинутой сцепки. Нету ни хера. Так, ладно. Пошли выключать. Фу, я уже забыл, где она у меня находится-то. А, господи. Продвинутая, мать ее. Та-на-на-на-на. Так, возврат. Нет, так. Продвинутая симуляция сцепки прицепа. Да, вот она здесь. Ну, давай выключим. Ну, не работает. Не работает. Не работает. Так. Ну да, несколько высоковато стоит. Кингпин на пятом колесе. Нет поддержки кабелей. Что ты хотел? Модель старая, там, то ли на ETS-2, там, 1.30 или еще-то раньше, она просто адаптирована до 1.34. 1.34, 1.35, по-моему, не больше. Да пойдет, что ты? Пойдет. Давай посмотрим. Посмотрим маршрут. Как мы... Там мне... По большому счету особой-то разницы нет, как ехать. Я все равно эту карту, наверное, буду убирать. Хотя она есть сейчас уже на 1.36. И, возможно, я все же ее оставлю. Тогда мне нет смысла особо упираться и как можно больше здесь покатать Россию-матушку. На 1.36 я ее и обновлю. Есть и Русмап на 1.36, и Южный регион есть на 1.36. Только у меня уже Румынии не будет.
Так, Румыния у меня не будет. Ну да и бог с ней. Блин, карта большая. Жалко, мало по ней покатался. Будем обновлять буду все. И уже поставлю здесь новый DLC Black Sea. Поехали, что ли? Давай-ка посмотрим, что тут, как тут. Ага, понятно, понятно, понятно. Давай Брест, 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 Брест. Блин, надо в Брест заехать. Давай, вот так вот. Заедем у Брест. Так, здесь нам ничего не надо. Барановичи. Так, в Барановичах нам ничего не нужно. Минск. Минск, Минск, Минск. Заехать ли? А зачем? Столько времени потеряю. Ладно, не поеду в Минск. Так, здесь все, все здесь. Здесь, здесь. Так. Витебск. Через центр едем. Объездной такой нету, сплошной. Так, Невель. Великие Луки. Ну все. Все понятно, все ясно, все отлично. Тут через город надо будет проехать. Поехали, что ли? Так, ну, не подведи меня, восьмерка Ярославская, коробка КамАЗовская, десятка, не подведи. Так, у нас вес что-то 8 тонн, ну-ка со второй как пойдет? Нормально, нет? Ну, нормально. Куда ж ты, твою сукин кот, ты лезешь? Ты видишь, ведь я еду, а? Вот падла. А что у нас тут есть? Что у нас тут происходит? Такой стоит, такой мент шкодный, мадьё. Ну дай, говорит, хоть на кофеёк, да? Да не. Не, сейчас полиция у нас нормальная. В большинстве своем нормальная. Есть, конечно, отдельные отпрыски. Ну, бог им судья. Бог им судья и уголовный кодекс. Так, а чудо как-то у нас навигация так смешно ведет. Туда направо, сюда направо. Чуть прямо поехать до конца нельзя. Как-то вообще непонятно так ведет. Нам так не надо. Так, ну поехали с Богом. С хорошим запасом вышел. Даже через передачу можно прыгать, но грустно тяжелый прицепчик. Так, прицепчик легкой.
прямо. Приятно так, плавно так покачивается. Ну, кого-то это укачает. Ох, как плывет так, прыгает так, покачивается так, ох, кабинка так. Так, этот у меня 504-й, следующий я возьму его собрат. Ох, 50-я передача, все, попер на взлет, 70 км в час. Следующий я возьму 515-й, трехмостовый такой же. Скорее всего, кабину такую же возьму, тоже цвета такого возьму, только он подлиннее будет. Так, ты не разгоняйся, у тебя тут не спортивная машина. Звук такой, чем-то напоминает локомотив. Так, и что у нас тут? Опять вы кого-то тут поймали. О! Только что не было тетки. Как она... Ага. Люди пропадают, исчезают туда. Обалдеть. О, это у вас авария. Так-то это Volkswagen, да, только эмблемку так убрали. Ладно, хрен с вами. Так, это у нас... Так, ладно, давай снимочек сделаем. Давай дальше едем. Так, сейчас автобус пройдет. Блин, там еще едет. Я на своей каракатице там пока выйду отсюда. Так, еще один. Народ-то у нас такой хрен ведь уступить. Еще едут. Да что по вас, вы что, блин, сговорились, что все сюда поехали, а? Так, все, лесом идите все. Ну, лучше щелкать каждую передачку. Так, без напрягов движок работает. Все-таки 330 это не 700 бешеных кобыл. Невель. Город Невель. Где-то я это слышал название. О! Из Гарри Поттера Невиль Долгопупс. Да не, вы не подумайте, что я фанат Гарри Поттера. Не-не-не-не-не. Боже упаси. Что-то у вас тут. Что-то у вас так много. Погодка-то смотрел.
Прям совсем не зимняя, да, не январская. Так, на желтый успел проскочить. Нифига не зимняя, вот снег сошел и все. Ну и, кстати, ненадолго. Ненадолго, зима все равно свое возьмет, еще снегу навалит, так что убедитесь в этом, еще сами увидите. Так, и что у нас тут по желтому? Понятно. Ну да, ну да. Все прям такая движуха. Так, главное высунуться, короче, и все. А вы там по любасу тут все равно сейчас все встанете. Поехали. Шарики воздушные летают. Так, а ты что переключился-то? А, я думал, там сужение дороги там как-то так было. Непонятно немножко. А тут, по-моему, сейчас магистраль идет нормально, четырехполоска. Мазай FPS не ест, что свинюшки, что так, что с кабины, 61 стабильно. И грузовичок атмосферный, да, конечно, докапываться тут до всех этих, тут уголочек, тут не так. Нет, рычок атмосферный. Но мне больше понравился вот тот вариант 500-го полноприводный, который я катал. Я здесь обязательно его еще раз возьму. Только у меня был... Тихо. У меня был полноприводный, для суровки я брал. Так, а здесь я возьму эту версию. Тем более он тоже только до 1.34, последняя версия вот этого 500-го была. Вот. Пардон. До 1.34 у него есть версия. Я обязательно его возьму. Вот у того кабинка. То вообще кабинка супер. Но и шо? Господи, надо было ближе, что ли, еще подъехать. Я же подъехал на иконку, встал на маркер. Вот обязательно этого 500-го прокачу. Тут полноприводную версию брать не буду. Еще у вас ждать, что сейчас буду. Проскочили вперед, все проскочили. 80-ка слева синяя пошла бочка.
Опа-опа, с превышением иду. Здесь же пограничная зона. Так, а я что, в Беларуси уже изъехал? Молодость моя, Белоруссия. Погода хороша. Прям так немного весной повеяло. Тепло. Ну куда? Куда? Я включил поворот. Что ж ты, сука, меня догоняешь, блядь, и подпираешь меня? Я ведь уступать не буду. Вежливости не учили. Я ведь поворотник-то включил, ты ведь не рядом со мной был, а сзади ехал. Витебск, да, Беларусь? Республика Беларусь. Так, топлива полно. Ничего не надо мне. Так, ну давай, 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 давай. Ну поехали, что ж ты, а? Спокойно, спокойно. Серьезно, техника впереди идет. Что тебе не спортивная машина, чтобы по твоему желанию и хотению. Опс, я не успеваю. Вот сейчас тебе в свою очередь кто-нибудь. Ну давай, давай. Кольцевая впереди, кольцевая. Не разгоняйся, товарищ водитель, перед кольцевой. Так, никого нет, я никому не мешаю. Ты как в притирочку встал, а? Так, это у нас куда-то налетит. Куда-куда, в Белоруссию видит. О, зеленый. Зеленый, зеленый. Давай, 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 пошли, пошли, поехали, поехали. У вас за спиной нет 30 тонн. Ну не позорьтесь, вас что,
Масс обгонять, и вы обгонять что ли будет? Или вы из уважения к Мазаю на его родине дорогу хотите уступить? Ну давай, уступай. Ну что это, вот что? Что, скорость 80? Блять, вы почему 60-то едете, дебилы? Ну что это такое? Ой, блять, загляделся тут что-то на природу потрясающе. О, самолет! Это я понимаю. Тихо. Так, больше самолетов не будет, да? Ладно, не будет, так не будет. Так, вернемся в свой ряд. Вручение 80. Ага, двухполосная пошла шоссе. Что-то около 10 часов, по-моему, у меня там. Ну, опять ограничения. Ну, батька тут, батька Лукашенко, знаков понаставил. Хорошо, вот мужики встали вообще, коллеги. Вдвоем, да друг напротив друга. Так, раз. Одну полосу посредине оставили для проезда.
Трубы дымят. Как погода поменялась, да? Стоило снегу ставить. Как будто и не было снега совсем. Как будто и не было. Вообще, вот как вариант, вот этот масс, ну, смотрится он неплохо, особенно с внешки, да, по кабине есть косяки, да, как вариант есть на этом сайте, есть более новая версия Мазая, там есть и полноприводная есть версия, и на два моста, на три моста, и с передними двумя управляемыми осями, одна задняя ведущая. Есть хорошая машина там. Ну и этот неплох. А так вообще, если придираться, то тот вариант вообще классный. 500-й. Ссылочка на нем есть в одном из моих видео, там сыровка. По сырой России на полноприводном 500-м я ездил, я 4x4. Машина хороша, но и стоит попасть к колесу в какую-то вот такую текстурную ловушку, такую небольшую, да. Подвеска у него очень мягкая, у того 500-го, да и у этого тоже. И все, колесо начинает такую чечетку отбивать. Что просто барак какой-то. Что ты обогнать хочешь? Тебе 5 секунд, только газку поджал ЦЦ. Volkswagen ЦЦ. Педальку топнул и выскочил на обгон. Нравится так, что ли, ехать рядом со стариканами тут? Ну, а тебе вообще, да прав, что тебе обгонять-то было, да? Ну нафига тебе тут меня обгонять? Обходить. Равнины. Ножечка не будет. Надеюсь, нет. Если сейчас зарядит, это может быть надолго.
Этого не это. Говорится, убрать. Погодка. Хмуриться начинает. Вполне вероятно, будет дождь, да, ближний свет включен. Что желающих обгонять нет. Опачки. Нифига себе, там пожар был. Опасная работа на бензовозе. Я надеюсь, у тебя не появится вдруг желание резко перестроиться в мой ряд. Хотя ты шел по первому, а я вот по третьему в нарушении правил шел. На трехрядном автобане. Левая полоса для меня вообще заказана. Такие тяжелые осенне-зимние такие, даже не весну, это больше напоминает, а все-таки поздняя осень какую-то. Поздняя осень, европейская зима. О, свет включили.
Так. Ага, мне тут сюрпризов не будет с разъездами. Тут одна дорога, тут не спутаешься. Завершение идет. Мне еще долгонько ехать. Топлива, я думаю, должно хватить. Да, хватит. Ну, за весь день ни капли дождя. Хорошо. Это радует. Только сказал. Хоть вообще ничего не говори. О, дворники работают, как вы можете убедиться. Ну, правда, немножко проскакивают. Зона очищенная на стекле меньше, чем дворники ходят. Меньшее поле очищается. Достаточно. Достаточно для того, чтобы вполне сносно ехать. И шо? Позвольте вас спросить, с чем связано такое торможение? Километраж убывает, бывает потиху.
Так, я опять что-то лишнюю полосу занимаю. Три полосы движения, я занимаю левую и крайнюю. Так, нельзя. Максимум вторую. Там кого-то поймали, нарушителя какого-то. Полиция работает в любую погоду. Construction. Все дороги делают, все ремонтируют. Лет-то не было. Все как у нас. Все как у нас. Все, дождик закончился. Ой, хорошо-то как. Так его. Без дождика-то как-то поинтереснее. Что-то совсем темень-то на улице. Ух ты. Вот тебе не летняя ночь, милые. Ах, оказаться бы в Питере на фестивале белых ночей. Погулять, пофестивалить. Осталось км. Движуха такая плотничком так идет, слушай. Так, если не напрягаться, машину-то особо не гнать, то и нормально едется. Опа! Тихо. Показалось, как будто там столбик стоял, ограждение.
Ну куда, куда? Все, вон слева спокойно обгонять. До 50 раз можно было уже обогнать. Езжайте уже. Ох, что там сон вообще рубит. Ой, совсем не в моготу. Ух, подъемчик такой. Топливо. Ох, как раз заправка. Хорошо. Здесь вот по европейской части классно кататься. Заправил до хрена. Так, там дальше. А, парковка направо. Нам сюда налево. Полные баки. Заливаем. И поехали. Пошел, 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 все. Так, нам там где-то налево поворачивать надо. Да, налево, через Брест. Прошли через центр. Давай, 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 загорайся, ну, ну. Чуть-чуть не успел. На несколько секунд я дольше на заправке простоял. Сейчас маленько назад вернемся, я потому что крючочек тут через Брест дал.
так смешно машина поднимается. Нос кверху. Еще немножко, еще чуть-чуть. Сонечки немного по-другому движок слышно. Чем с кабины. С кабины вот так вот. А снежки добавляется еще такой ровный, такой ровный звук, как у хорошего локомотива. А вот и мой маркер. Вот и мой маркер. Да ладно, ты пропускаешь, что ли? Ну, спасибо, коллега. От души душевно, в душу спасибо, скамеечка. Ну, тут мы такой сельпо поворачиваем. Но он сам, наверное, офигел. Это в то время, когда космические корабли бороздят. Как там кто-то сказал, космический океан. У нас тут все еще 500 и по дальникам ходят, а? Как вам это? Не, сейчас вот в реальной жизни такого уже, такого красавчика на дальнике 100% Вася уже не увидишь. Так, на каких-то подсобных работах, где-то что-то там с прицепчиком, если сидельный тягач или самосвал, может, какой найдется, да и то вряд ли. Да сейчас. Важный звонок был. На ходу разговаривать нельзя. Вот и доехали благополучно. Отлично.
Так, какая-то территория сельпо. Так, отмечаемся и берем место. Так, аварийку героя. Так, ага, мне придется. Так, а что придется? Ничего не придется. Едь так, как тебе удобно, как тебе разница. Удобнее тебе с левой руки парковаться, или с правой делай, как знаешь. Тихо-тихо, аккуратненько, 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 аккуратненько. Машина очень верткая. Я же говорю, аккуратно. Так. Темень такая вообще, хоть глаз кали. Все, отлично, еще и с запасом. Так, никуда не поеду, останусь тут. Дальше будет видно, что будем делать. Ну, понятно, что следующий трак будет другой. Сейчас тут за ворота выйду и останусь тут уже ночевать. Время позднее. А что за ворота-то? Тут места-то полно, вон газелька стоит. Давай тут рядышком вставай, да и все. Нормально. О, как раз свет особо-то в кабину не попадает. Хорошо. Рейс закончен. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, оценивайте видео. Ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. С вами был Олег Драйвер. Пока-пока. До новых волнующих.